Сейчас, подожди. Она не поймет, потому что сверху увидят, видишь, какая опасность, как она никогда не боится. А тут боится, на. На, вот она. Да. Гляди. А теперь, если он зайдет туда, как она не закроется же? Закроется, если он потянет. Зато... Кого потянет? Этот он не потянет. А ту потянет. Надо вон туда кидать, чтобы он и ту, прям в самый уголок подальше. Ну-ка давай. Ой. Ну-ка держи. Вон она. Простое дело кинуть в уголок. Пинка под зад ему и все. Сейчас можно было бы закрыть руками, давануть его туда. Ну, я бы дружу потерял. Ну, увидел, сколько уже съел. А ту не берет, умный какой, да? Но он туда не заходит. Ну-ка, держи. Вот так. Ой, чего не делает. Видал, умный какой? Ага. Эту взял, а ту нет. Закрой петь, она испугается, собаки-то разбегутся. Скажет, такая куча выехала. Ну-ка, закрой. Ты-то зачем? Выйди, зайди назад туда. Ну, зайди, что тебя не видели. Я говорю, зайди, не пугай собак. Ой-ой-ой. Да. Видишь, она дверью бляхает, и она ничего не понимает. Вот, видишь, получилось. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. Вот Надежда Васильевна пришла, помогала. Она, а кому она помогла? Она только отпугнула. Узник совести. А этот-то сидит, смотрит, не бойся. Ну. Вот. А теперь, брат, давай камеру Игнатию Тихоновичу. Подожди, что он будет делать? Подожди. Что он будет делать? Отойди, руки убери. Испуганный какой. Надо в машину теперь загрузить. Дайте камеру. Попробуем. Ну-ка. Даст он загрузить. Ну а где вас с машины выпускать будете-то? А? И выпускать когда будете? Да, потом с машины выпустим. Ну-ка давай. Брат. Давай, попробую. Вот, допустим, мы его поймали. Теперь надо его увезти на операцию кастрации. Вот он злой. Теперь мы это мясо. Вот, она, а это может броситься на вас, вот эта маленькая собачка может броситься. Вот, потом надо будет обрезать. Но. Но. Лишилась от товарища. Ничего, ничего, сейчас выпустят тебя, не бойся. Так. Это только урок я какой. Не надо это. Потом обратно сюда принесете. Да, вот раз. И вот это вот закрывать надо обязательно. Ну, вот. А потом вытащите и сюда же принесете и да. С ним. Потом ее нужно будет вот так вот. Раз. О. Нет, так мы его не унесем, правильно. Надо вот так вот его. Ноги не сломайте ему. Оп. Ладно. Непонятно, зачем крутил ты ее. Да чтобы не открылось. Так, сейчас я его... Но, хорошенький собачка. Вот он лег уже, смирился. А это его подружка бегает. Она, видишь, за него беспокоится-то. Они все время вместе. Они самые смелые, всех собак обижают. Но они со мной в КГБ ходили, в ФСБ. Сели там у калитки-то, а там ограда, и никого не пускают. Ну вот, а тот пошел, Черныш. Потому что он боится. Ну-ка давай. Сейчас я отрежу. Вот. И я еще хотел ручки сделать наружу, чтобы когда его унести, он не покусал. Это не тебе не будет. Ну-ка.
Ну, пальцы-то он укусит там. Надо браться так, чтобы... С ним не играй. Надо взяться так аккуратненько. С самой плотной пальцем. Ну-ка. Хорошо. Давай. Вниз нельзя то и делать широкие это. Он ноги там поломает. Ну-ка. А сейчас я на эту поставлю, сюда заноси. Ага. Так. Раз. Два. Этим. Ну-ка. Она у тебя не войдет. Войдет она. Еще поди. Палка там мешает это. Ну ладно, ладно. Все. Ну все, вытаскивайте. Давайте. Благослови, Господи. Вытаскивайте его. Вытаскивай. Ну, давай сюда, пошли. На, снимай. А, ты это... Иди сюда, пошли. Вот он, молодец. Давай, пошли, хорошие собачки. Ну, давай я им дам за это поесть. Ну ты надо, держи, сейчас снимаешь, что ли? Все, 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 давай. Ну, она рада-то как-то, рада-то как она. Мне понравится, они будут сами в клетку. Она не верит даже, что он вернулся. Ой, 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 хорошенький такой, вот. Ну-ка на. Ну что ты долго возишься, ты не пойму. Давай сюда, давай. Пойдем. Да, на этом вот, на этом ролике. Это надо будет порезать. Ты резать не умеешь ролики? Да нет программки у меня этой, ну. У меня есть, приедь ко мне. Соедините, это все самые интересные моменты. Да. Это с черным, короче, со всеми. Допустим, попытка первая неудачная. Как попало? Да мужа неудачно не делать. Мне надо рекламную сделать ролик. А, ну да, там надо, кстати, это. Я не первый раз неправильно прищепку сделал. Мне Игнатий Тихонович подсказал, надо, чтобы. Ну и все. Ну как? Эксперимент можно считать почти состоявшимся, да? Ну, то, да. Первый блин не ком. Да, туда дальше. Значит, это хорошо, что ты у тебя поймал точка. Это я. Порванное звено. То есть вся хорошая там, где ты не касался своей рукой. Где ты начал делать, что тут у тебя звено плохое. Это-то не ты делал, что тебе? Тебе похвала-то какая? А то жалуется, говорит, девушка женился как ангел. Говорит, женился, стала как нет, ведьма. Это, кстати, вот эта конструкция не моя. Это вот у меня товарищ... Сделай другую. Другую. Ну, она работает. Ну, конечно. Работает, просто ее надо... Ну-ну-ну-ну-ну. Да сейчас. Ну, они пришли, вот они не боятся, их не тронули. Это наши собаки. Сюда не вздумай ловить, приехать. Я их натравлю на тебя тогда, всех собак, и куча будет. Да лови в другом месте. Наших собак не лови, они хорошие. Это мои друзья. Сейчас вот еще. Брат, иди сюда, это. Ну все, снимать больше нечего, нет, да? Нет.